Привет, это Денис, канал «Кратко про Албанию». Сегодня маленький ролик про горы, да, вот про те горы. Видите, да, там вдалеке. Это мы снимаем с крыши одного здания, да, вот такую панорамку. И когда нет дымки, очертания гор с какими-то снежными шапками видно очень хорошо. Ну ладно, про горы, друзья. Если верить справочной информации в интернете, то 70% Албании – это горы, это какие-то сопки, какие-то, ну, как бы переходы, ущелья и так далее. Вот. А сами города, даже там Дурос, там, даже там Тирана, там Шкодр, Влёра, они расположены, ну, скажем так, ну, на таких ровных плато, да, то есть, и, собственно говоря, и вся жизнь, она проходит вот в этих вот местах. То есть, и в основном сельскохозяйственные поля, это, скажем, тоже равнины, это не горы. То есть, в принципе, все на всех мест хватает, да, и аграриям с ихними гектарами, с оливковыми полями, и для городов, да, и при этом, повторюсь, 70% это горы, да, и какой в этом есть плюс для вас, если вы любите горы, какие-то горные ущелья, проводить время с палатками, там, с рыбалками, с удочками, в походах у костра, с гитарой, то здесь есть, друзья, ну, чем вам позаниматься, скажу вам честно. Добавок к этому, эта сфера туризма, она не очень развита в Албании. Это правда. Обычно в Албанию едут не чтобы лазать по горам, как бы, да, там с рюкзаками. Едут либо на море поплавать там, да, вот, либо на море поплавать. То есть 95% всех туристов, это, друзья, это вот в основном пляжники. Вот. А сами албанцы, они не очень тоже гораздо по горам лазать. То есть они предпочитают более такой, ну, пассивный отдых, то есть чашечкой кофе, глядя на закаты или даже на те же горы, но при этом, ну, каких-то организованных вот туров, которые регулярно там лазают по пещерам, по каким-то, я не знаю, озерам там, да, вечно пахнущий костром, такого, друзья, нету. То есть, как я вижу, ниша пустая, и она, ну, как бы, ну, недостаточно, что ли, ну, раскручена, вот. Но рано или поздно кто-то ее займет, просто я подумал, почему бы вам не занять ее, именно вам. Ну, если вы это дело любите, удочки, палатки, там, надувные лодки и прочее. То есть ниша, друзья, пустая, имейте в виду. На сегодня все. Друзья, подписывайтесь на канал, чтобы мы чаще ролики про нашу Албанию снимали. Вот, мне звоните, если хотите приехать, что-то большое или маленькое купить. Ну, или хотя бы вот просто здесь вот встретиться со мной, поболтать и что-то узнать и про Албанию, и про рыбалку, и про многое другое в Албании. Успехов!